Доброе утро, с вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мы с мужем подписали соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Ему осталась ипотечная квартира, а он мне выплатил 1 миллион рублей. Все было хорошо, пока не написала налоговая служба о том, что я должна оплатить 13% налога на доход физических лиц. При этом в налоговой службе инспектор мне пояснил, что если вы соглашение подписали добровольно, то вы должны платить налог. Если же суд определил такой порядок раздела, то платить налог не нужно. Правомерны ли действия налоговой службы? Налог с дохода? Как следует из его названия, оплачивается тогда, когда вы получаете доход. В этой ситуации вы фактически выделили свою долю из совместного имущества супругов. Поэтому позиция налоговой службы как минимум является спорной. Что касается ссылки на судебный порядок, то все процессуальное законодательство одной из основных задач ставит досудебное урегулирование спора. Поэтому указание на обращение в суд по меньшей мере противоречит этому принципу. Тем более, что судебный порядок также предусматривает возможность заключения мирового соглашения. Рекомендую вам обжаловать это требование в вышестоящий налоговый орган. Возможно, он выявит ошибку нижестоящей инстанции и самостоятельно примет решение в вашу пользу. Если же нет, то придется обращаться в суд. От себя добавлю, что в последнее время очень часто возникают спорные вопросы, связанные с порядком оплаты налогов. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!